Здарова всем, с вами Хилл Хёртс, и сегодня у нас с вами будет игра Tainted Grail. Я уже записал один видос насчет этой игры в режиме компании. После того, как я уже публиковал видос на YouTube, я узнал то, что это получается, как это, карточная игра. Вот. И у меня появилось больше представления об этой игре, об этом продукте. И теперь, как я и обещал, мы с вами посмотрим на Conquest. Получается Endless Roguelite RPG мод. Не знаю, что это такое, давайте попробуем. Сразу новую игру. Давайте первый слот. Джендер. Можно тянку, можно мальчика. Мальчик какой-то очень жилистый. Давайте тянку. Я должен выбрать такую, но давайте не вам, не нам такую. Такую. Волос-то нет. Так, я не знаю. Давайте какую-нибудь красотку забабахаем. Ну, я думаю, что-то вот такое. Крейт. Поехали. Those few who managed to land will be set by hunger, cold, and nightmares born of weirdness. My people settled around a gnarled old statue. Though we did not understand its origin or purpose, the enemy seemed to avoid it. That was good enough for a time. In the end, the winds of weirdness only grew stronger, and the statue failed to protect the settlement. There was fear, despair, and then nothingness, as reality melted around us. I returned alone, back at the feet of the statue. The buildings, the people, all vanished without a trace. I soon learned I wasn't the only one to return. Others survived out there too, lost among the ever-changing mists far from the statue, haunted by a creature never before witnessed. It seems coming to this island was a grave mistake. Avalon was not ours for the taking. Как я люблю говорить, невероятно интересно, но нифига не понятно, потому что у нас нету локализации, а англичанин из меня такой себе. Ну, я думаю, основную суть мы с вами сможем уловить. А там уже придется разбираться каждому, кто как хочет, кто как может. Ну, не иначе. Грузится игра неприлично долго, учитывая, что она стоит на SSD. Так, здесь можно сразу класс. Coming soon. Warrior. Ну, выбора, конечно, не то чтобы много. Так, у нас есть Brawler. У нас есть Guardian. У нас есть Berserker. Rune Focusing. Heavy damage towards single opponents. Rune Focusing. Давайте, наверное, вот Brawler и сделаем. Так. Видимо, надо нажать. Нельзя. Так, New Quest. Я, помните, даже квесты находил, как открывать. Так, сейчас мы все найдем, не переживайте. Так, у нас есть меч, у нас есть шмот, у нас есть дека. А, вот моя дека. У нас есть эффекты. И у нас есть квест. Так, main quest. Conquest tracked. King Arthur. Так, ну это основной слэйер. Давайте вот это попробуем. По карте у нас что? По карте у нас пройти вперед. Подожди. Игра, я снова все забыл. Milestone, что это такое? It's a mystery why these stones light up. To boost the milestone range. Давайте нарисуем мимо и вот эту штуку сделаем. О, я могу теперь путешествоваться. Ничего себе, интересно, я не хочу, я передумал. Так, lost soul, потерянная душа. Кто ты? Можно купить припасы, помедитировать и забыть скиллы, не уверен. Потом разберем. Слушайте, здесь все можно исследовать? Вау. Блин, круто.
Я очень надеюсь, то, что рано или поздно у этой игры появится локализация. Я бы серьезно в это залип, но, блин, не хочется слишком много сил тратить на... Что я сделал? Я, походу, свапнулся. Ой, как выключить-то? Я, короче, все потратил. Ну ладно, буду знать. А, я могу эту чачу как это развеивать? Здесь у нас сокрытые сокровища. Смотрите, Майлстоун. А что это дает? Давайте нарисуем. И теперь я могу тревелиться. А сколько? А я не знаю, сколько у меня этой штуки. Но я теперь уверен, что могу. Теперь мы можем сюда варпнуться, здесь еще несколько майлстоунов. Тихо-тихо, подожди. Так, здесь рандом. Здесь хорошо, что тиры подписаны. Но нам налево, давайте пойдем по квесту. Погнали. Боевка здесь, в принципе, не сильно сложная. Тем более, мы уже с ней знакомы. Чего? А чё так много-то? Блин. Ладно. Ну, давайте нанесем тогда дофига дамага. Наверное. Лагает немножко, не знаю почему. Ну и придется впит... А почему он не походил? Так, блок-блок. Можно, в принципе, нанести немножко урона и заблокаться очень сильно. Я думаю, так и сделаем. Почему он снова не сходил? А, у него написано, что он будет делать. Ёлки-палки. Has been infected with... О, это, походу, дополнительная какая-то ненужная карта у меня появляется. Попробуем его убить за этот ход. Не успели, да? Блин, писюльки не хватило. В принципе, ничего сложного на самом-то деле. Так, Brave Friends. Хорошо, забираем. Да, я вспомнил. Игра очень сильно тормозит. Наверное, это возьму. Нормальная. Так, у нас вот эта штука есть. Можно как-то активировать? Я пока на четверку поставлю. Так, ну нам получается с вами сюда идти. Insane Worshippers. Погнали. Они рофлят. Bow before the statue. Ну, не знаю, давайте. Я так понимаю, я их покормил. Просить про их божество. Ну и ладно, что-то мы сделали, хорошо. Здесь снова Майлстоун. А, я примерно понял, как это работает. Так, здесь я, наверное, буду стараться избегать ненужных драк. Там сокровища. Давай попробуем напасть. История, конечно, интересная. Так, их уже двое, но их намного меньше. Давайте дрочина попробуем завалить. Мало дамага. И, наверное, этот непонятно, что будет делать. Этот, по-моему, перерождается. Мне необходимо хотя бы... Блин, я снова... А почему у меня два? Было же три. Ё-моё. Какая-то синяя полоска новая появилась. Этот его лечить будет. Знаете, я бы, наверное, застанил этого. Великолепно. И все. Почему два хода, не могу понять. Теперь приходится впитывать. Так, если бы был застаненный, было бы неплохо. Но давайте хотя бы одного добьем. В смысле, он еще и блочить умеет? Что творит? А, это полоска блока. Понял, плюс принял. Ничего, скоро мы полечимся, наверное. Блин, они уже больно начинают бить. Я все еще считаю, что надо дамажить. Блин, каждая битва как последняя теперь. Я рискую не победить, на самом деле. 55. Что это такое? Баф применяет. Ну и давай блочиться.
Так, у него теперь есть что? Плюс 5 армора, ну ёлки-палки. И я станить не могу. 10-10 блоков. Ну, по-любому блок бахаем. Надо дамажить. Чем больше дамажим, тем лучше, в общем-то. Ой, как больно. Так, мы этого можем убить. Если нам повезет. Я надеюсь на везение. Не повезло. Вообще не повезло. Похоронная, наверное. Как-то можно спастись? You feel strange force. Короче, чувствуешь? Try again. Random consumable. О, давайте, плюс хпшку дают. Типа, раз я лошара, мне дают бонусы. Спасибо, игра, спасибо. Весьма трогательно и приятно с твоей стороны. Так заботиться обо мне. Я думал, эта игра легче. Давайте попробуем Гвардиана. Хотя давайте Берсерка возьмем, что нет-то. Так, у нас есть сразу квест. Их я, наверное, давайте не буду трогать. Сейчас насколько сможем далеко пройти, настолько сможем. Здесь мы смотрим, что по квестам сразу. Давайте с Слайера. Разжигаем факел, пока не поздно. Активация прошла успешно. Наверное, лишние враги нам не нужны. Здесь он нам мешает пройти, придется драться. Дека у меня, в принципе, одна и та же всегда. Да просто бьем и все. Ну, лишний дамаг. Заблокирую, а этого завалим. Вряд ли бы я успел его убить. Так, ну и в принципе. Дамажим. Великолепно. Нам дали Shard of Morgana's Mirror. Хорошо. В поешке бы Mirror выбить. А не вот это вот все, знаете ли. Великолепно. Двигаем далее. Здесь какой-то... А, я понял, это количество противников. Все. Теперь-то я буду понимать. На этих мы не идем. На этих мы тоже не... Хотя они слабые. Тривел. А как пройти здесь? У меня нет возможного обхода. Придется драться. А, я могу не драться? Нет, не могу драться. Но эти меня в любом случае победят, потому что вы видели, сколько, блин, их? Господи. Ну, этого, допустим, станем. Ну и по-хорошему блочить. Так. Хил-хил. Эти постоянно будут дамажить. Но блочить надо в любом случае. Ну хотя бы одного подрезать. Эта игра намного сложнее, чем я думал. Почему они сами умирают? Блин, надо блочить прям все, что можно. Давайте этого подрежем. Отлично. Угу. Они сверху вниз идут, я понял. Охренеть, эта штука дамажит. Ну и подрезаем эту падлу. Амана. Я думаю, мы завалим. Великолепно. Так, дают штуку и кидательный кинжал. Я этому очень рад. Damage chance to stun. Ой, хорошая штука. Heavy hit. Давайте вот это все-таки возьмем. Attack, chain. Прикольно. Возьму-ка это. Deal toll. О, нормальная тема. Сколько всего дали?
Нормально. Давайте сюда. Господи, я так сильно прокачался. 40 армора, нормально. 3 less card on hand. Damage неплохо. Давайте так. Так, двигаем дальше. Это вроде человек. Стоп, 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 тут же враги, ну их нафиг. Не пойду туда. Прости, человек. Всего хорошего. Нам налево. Скрытое сокровище. Много сокрытых сокровищ. Сюда уже нельзя, я понял. Что это такое? По-моему, это какой-то ужасный монстр. Так, у него очень много щита, и он... Ну, блочить, я думаю, нет смысла, надо дамажить тогда. Это сколько я буду дамажить его блок? Плюс не так уж много... Ой, 40-60. Ну, блочим. В принципе, если каждый ход будет блок, то он броню обновил. По-моему, без вариантов. 3x7-10. Так, что такое дает? Ну, в принципе, мы по-любому, наверное, блочим. Или тупо станем его. И дамажим, там вертолет летит. Он что-нибудь другое вообще собирается сегодня делать? Это значит chain плюс один. Не может. Ну ладно. Ну дамажим, куда деваться? Не так уж и много. 40-60, да ладно. Мы это блочим. Ну, вряд ли, надо блочить. Ну и продолжаем немножко его попинывать. Очень сложный противник. Но мы почти добили его. 3x7-10. Наверное, застанем. Или можно заблочить и надамажить. Давайте так сделаем. А вот теперь уже грустно. 42. В принципе, если сейчас все получится, делаем красиво. Блин, а как он выжил-то, вашу мать? Еще надо просчитать, чтобы хватило, блин. На всякий случай. Фух, безумный монстр. Безумнейший. Но мы справились. Мне сказали, есть хилим повышено. Армор. Юс. Юс. Вот, амана, похилимся. Даже поживем. Великолепно. И теперь мы можем подойти вот сюда. Легендарный. А, так это противник. Ой, наверное, зря я пошел на него. Я могу ливнуть попробовать. Не, ради прикола мы можем попробовать подраться. Но что-то мне подсказывает, это просто лишено всяческого смысла. Хотя он мало дамажит. Ну не, я думаю, это бред. Да, давайте мы убежим. Как-то можно было убежать. А на какую кнопку убежать? Музыка, кстати, очень клевая. Видимо, нельзя убегать. Ладно, тогда деремся. 3 дамага делает.
Не, он больно делает. Ай, больно, дядя, не бей. Кто же знал, что он такой мощный? Хочу эту карту попробовать. Ой, хороший. Да я могу его, в принципе, убить. У меня блоков нет. Но мы заряжаемся, в принципе. Только хп очень мало осталось. Давайте станем собаку. Дефаем и дамажим. Надо два блока минимум. Ну и просто дамажим. Так, два, три. Три блока. Три блока нет, похоронная, скорее всего. Я не знаю кнопку, где сбежать. Ладно, это дека. Ладно. Ну, по-любому блокаемся. И дамажим, как в последний раз. Не повезло, не фартануло. Я, конечно, гляну, что еще можно сделать. Сейчас глянем, что у нас за персонаж есть ради интереса. И попробуем другой квест выполнить. Либо вообще основной попробуем сделать. Что есть у меня предположение, что я пошел совсем не по уровню и совсем не туда, куда мне надо было. В общем, к этой игре еще привыкать и привыкать. Допустим. Вот это что за квест? Куда он меня приведет? Вообще в другую сторону. Ладно, а основной квест? Так, трек it. Нет, они в одно место. Ну, попробуем, конечно, пробежать. Просто ради интереса. Я очень сомневаюсь, что получится. Ну, кто я такой, чтобы не попробовать? Прикольная, конечно, игра. Но надо привыкать к ней. Здесь у нас говнюк какой-то. Можно ли его обойти? Наверное, нельзя. А как-то постелсить. На Ctrl ничего не могу. Или могу обойти. Вроде сумел. Сокровище сюда. Сокровищ много не бывает. Этих уродов можно обойти? Знаете, получилось. Это вроде хороший, да? Я вроде его в... город пригласил. Не знаю, хорошая ли эта идея. Еще можно всех обойти. Это снова какой-то, короче, безумный голем. То есть квестов вообще других нет в этой игре. Все меня ведут сюда. Я на самом деле без понятия. Давайте глянем, какие у этого карты, какие умения персонажа. Я просто пока что приблизительно не понимаю, как это можно пройти. Три дамажить будет раза. А почему? А, рандомно. Хорош, кстати, я этого и хотел бить. У всех какие-то билки. Card for the next turn. Чё? Ладно. Я не понял, что это происходит. Ладно, интересненько. У этого блок. Мы бы могли его, наверное, застанить. А этого просто задамажить. Да неплохо, кстати. Так, 2, 12, все бьют, больно бьют. Кого-нибудь убить успеем? Вряд ли. Музыка очень приятненькая. У меня, походу, еще и блока дофига. Так, надо бы подрезать вот этого. Или... А знаете, что я, наверное, сделаю? Я, наверное, внесу максимум дамага сюда.
Этот вроде не сильно опасный. Блин, его убило нечаянно. Ладно. Заблочим на всякий. И просто дамажим. Вот вроде бы не сложно. Короче, интересные классы, интересные способности. Надо лучше в этом разобраться. И тогда, возможно, будет понятно. Нифига себе. Хорошая карта. Higher than 3 plus deal more damage. Офигительно. Вот жду локализацию, и я прям реально буду рубиться в эту игру. Выглядит очень интересно, очень перспективно, очень, блин, презентабельно. Поправьте меня, если я не прав. Он уже изначально дамажит как черт. Попробуем одолеть эту тварь. Что я делаю? Я не понимаю. Я так понимаю, на следующий ход она ко мне придет. Ну, два блока, в общем-то. Скоро у меня одна энергия будет, да? Сейчас проверим. Нет, странно. Знаете, я, наверное, его застаню, потому что не хочу много по лицу получать. Ах ты дрянь. Да, походу я могу карту оставлять. Так, блокать. Я проверю. Ну все, теперь я точно знаю, что у него точно иммун. Блин, больно будет, очень больно. Вариантов нет, просто дамажим. Десять, 15, блок и дамажим, наверное. Оставлю стан на всякий случай. Дамажить все больше и больше начинаем. Но и хпшки тоже, знаете, поменьше. Три блока. Ну все, до свидос. Интересный режим. Действительно прикольный. Но надо как-то... как-то разбираться в этом и пытаться уже проходить. В общем-то, буду рад почитать комментарии насчет данного режима. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья, чтобы все всегда у всех было хорошо, не болеть. Ну и все как всегда. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.